Приветствую. 16-17 марта будет соединение четырех планет. Сразу же. Очень редкое соединение. В 26 градусе Рыб. Меркурий, Нептун, Белая Луна. Меркурий, Нептун, Белая Луна. И Солнце. Вот. 26 градус Рыб. Градус считается предательство. Золотийский градус. Ну, посмотрим, что он этот даст, этот градус, то есть, что даст соединение на финансовые рынки. На финансовые рынки. NASDAQ, NICE, S&P, Dow Jones. Ну, и вообще просто-напросто все это. То есть, это все зависит от Dow Jones, от S&P. NASDAQ будет технологический. Давайте посмотрим, что ждет. Рынок ждет, что... Ага, потеря желаемого. То есть дальше будем продолжать в том же духе, в том же разрезе, как и сейчас. Потеря желаемого на финансовых рынках. Вот. Посмотрим, как это будет проигрывать. 16-17. Очень аккуратно в сделках. Посмотрим, как оно, потеря желаемого, как это будет проигрываться. Да. Смотрите, как интересно. Здесь, значит, получается у нас что? Четверка мечей. А здесь тоже мечевая карта. Здесь, значит, этот у нас одни мечи. Здесь у нас потеря желаемого этот рыцарь мечей. А где конь? Не знаю. Ну, нету его. Все, конь превратился в кучу мусора, на котором он сидит. А может, это конь? Может быть. Ну, вот аккуратнее. Все очень так. Это... Очень радужно. Так, мы сейчас смотрим рынок криптовалют. Что тут творится в этом соединении на рынке криптовалют? О, какая-то дедушка, термин, центральный аркан, термин, геодезист, какой-то таможенник. То есть опять здесь начнется все это снова, за свое, за снова здорово. Еще что-нибудь придумают. Сейчас посмотрим, придумают, не придумают, кто бы знает. Может, не придумают. Какая будет это? Так, перевернутый сразу же у нас это. И перевернутая непосредственно у нас. Восьмерка пентаклей. Да, восьмерка пентаклей перевернутая. Все. В общем, короче, это все. Рынок, наверное, будет это. Как басить и падать. Поэтому. Карта красивая, но очень отсвечивает вообще. То есть это их не рассмотришь. Так, так. А так смотришь напрямую, вообще ничего не видно. Так, далее. Что смотрим? Эти рынки посмотрели. Давайте посмотрим этот. Нефть. Как один из инструментов. Что будет твориться с нефтью? Марки бренд, естественно. Нефть бренд, марки бренд. 16-17. Что-то сейчас это очень много всяких стерем. Нефть. О-о-о. А по нефти, кстати сказать, будет хорошая огненная карта. Король благородный. Жезлов. Видите, как здесь написано даже на нем. Благородный, самоотверженный. Вот. То есть с нефтью это будет это по королю. Ничего. Так, далее. Так, тайна, так. Тайна. Что-то у меня здесь этот. Горуда полетела аж даже. Горуда аж решила это спикировать. Так, тайна. Ой, рассматриваем, что-то это тайна. Это значит, кто попасться. Сидит и держит тайну. А что у тебя там за тайну? Попасться.
Скажи, пожалуйста. О, опять кума. То есть это все, там что-то такая, какая-то манипуляция, опять все это будет в куме. В куме, по мечам. То, что показывает покойство. И какой-то праздник. Ну, кто ты это? В девяточке кубков. Праздник какой-то будет. Кто-то, наверное, может обкэшиться и будет праздновать. Тоже непонятно. Ну, так вообще ничего. Но мне этот инструмент очень спекулятивный. Так, ну что? Посмотрим, значит, это. Давайте еще, что будет твориться не на рынке, а вообще в сфере искусственного интеллекта эти 2 дня. Почему нет? Сейчас же это у нас тема всего крипта, все эти фондовые рынки, все пошло на нет. Вкладывается в искусственный интеллект. Интересуется. То есть такая хайповая тема, как это было. Не хочу. Да? Да, искусственный интеллект. Вот, пожалуйста, начинатель злого. Рука. Мальчик и змея. Семерка. Мечи. Ждем-с. Так, будут какие-то эти, может быть. Начинатель злого рука. Как это проигрывается? Начинатель злого рука. Ой, боже мой. Десятка мечей. Опять ничевая карта. Боже мой, убийство. Прямо вот это вот. Даже это все лежит ритуальная жертва. Это масоны так делали, такое приношение, жертвоприношение. Это, когда у них был ритуал, чего? Посвящение, инициация была. Значит, клали они на пол товарища масона. И непосредственно в чакральной области, то есть вот на уровне. Ну, здесь 10 чакр. Сейчас посмотрим, какие чакры-то он здесь попадается. Вот смотрите, Сватхистана пробита, да? Потом, ой, нет, Муладхара, Сватхистана. Сватхистана аж идет вот здесь вот на уровне. Вот смотрите, как Манипура пробита. Дальше идет Манипура на уровне. То есть Манипура идет и прямо вот по Наде, по этим, по каналам как идут. Потом идет Анахата, все это задняя проекция. Ну, Анахата, Вишудха. Ну, у него чего? А у него, слушайте, Аджна-то не пробитый, Сахасрара. У него верхние чакры не пробиты. Так что еще пациент, голова будет жить. В искусственном интеллекте. Шутка. Но карта, она, в общем, ее так можно рассматривать. И долго смотреть, и шифровать. И видеть очень много, что у меня зашифровано. Ну, пожалуй, все. По рынкам так немножко пробежались. До свидания. Благодарю за внимание. Всех благ. Если будет настроение, сделаю по этому соединению, по этому это, прогноз. Ну, не политический, а так настроение. А страны вот что ждет стран. Страны будут закукожены. Видите, как невольники, пленники. И опрокинутая девятка, да, кубков. Ничего хорошего. Ничего хорошего страны не ждут. Потом посмотрим. До свидания. Профита. Всех благ.